у меня. Это не я. Вы меня с кем-то спутали? Сейчас мы пойдем в полицию и там разберемся. Не надо в полицию. Тогда верни мои деньги. Они дома. Я съезжу домой и привезу. Мы поедем вместе, и имей в виду, заставишь меня проездить зря, я тебе шею сверну. Нет, Дона Жура, я хотела вернуть вам деньги, но на меня напали и обокрали. Значит, ты не собираешься мне их возвращать? Ладно, идем со мной, я тебе сейчас покажу. Сеньор Эдвалдо! Сеньор Эдвалдо, посмотрите на Дону Журу! Она какую-то девчонку бьет. Да, это вам не шутки. Ну-ка, иди сюда. Это тебе не шутки. Давай вот так. Аниня, пусти ее к раковине. Она будет до вечера здесь мыть посуду. Пусть отрабатывает свой долг. Принеси те стаканы, что остались немытые. Да, неси. Пусть все моет. Тебе не стыдно? Красивая девчонка, вместо того, чтобы учиться, работать, ты болтаешься по улицам. У тебя семья-то есть? Я сирота. Никакая ты не сирота. Где ты живешь? В Белфорт-Руши. Твои родители знают, что ты ведешь такую жизнь? Я их уже давно не видела. А сегодня увидишь. Закончишь мыть посуду, и я лично тебя доставлю родителям. Это вам не шутки. И давай пошевеливайся. У тебя работа и выше головы. Вот так-то.